Целая альпийская деревня может уйти с молотка в Италии. На онлайн-торги выставлен горный поселок Кальсацио, недалеко от Турина. Стартовая цена – 245 тысяч евро. Аукцион решили провести немногочисленные жители в надежде, что покупатель поможет сделать это место привлекательным для туристов. От будущего владельца потребуют только одного – чтобы он отремонтировал все постройки. А на это уйдет еще несколько сотен тысяч евро. При этом архитектурные особенности деревни обязательно должны быть сохранены. Продавцы лота напоминаю, что деревня находится в горах рядом с озером и национальным парком.